Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3. Все так же играем в эту страшную, на удивление страшную, интересную игру. И, честно говоря, не помню, что эта игра вызывала у меня раньше такой интерес. Но я в нее практически и не играл. Я ее как-то в самом начале там забросил. И руки у меня до нее не доходили. А теперь я понимаю, что я пропустил очень важный проект в индустрии. Потому что игра по-настоящему пугает. Пугает, как говорится, до усрачки. И уже за последние пару серий уже и вздрогнуть успел, и поорать. Костячок. Ладно, вроде спокойно. В предыдущей серии мы все так же идем к команде Браво. В предыдущей серии мы добрались до комплексов Альфа. Здесь, надо сказать, все не очень хорошо так. Ну, по крайней мере. UAC takes pride in its safety record. Please follow UAC procedures. Так, давайте двигаться на самом деле. Слышу, слышу. Так, это патроны пистолета. Они мне не нужны. Я слепой, что ли? Так, ладно. Допустим. Ой, это была ошибка. Так, ладно. Что-то это начало этой серии какое-то у нас сумбурное. Надо маленько привыкнуть по новой к управлению. Фу, неприятно такое место, да? Ой, твою мать. Неприятное место до ужаса просто. Так, давайте сядем поудобнее, а то что-то не очень я себя комфортно тут чувствую. Давайте спокойно. А, твою мать! Так, хорошо. Фу. О, ты ёлки-палки. Чё-то у вас сегодня... Ой, ёб, да откуда у вас тут? Так, минус. Все. Блин, что-то в этой серии у нас много экшона, да? Нужно быть поаккуратнее, потому что у нас уже 56%. Здоровится. For generations, humankind has lived under the looming specter of slowly dwindling natural resources. Our new aparatura такая. Like Mars have only intensified our need to find fresh sources for metals. Так, ну хорошо, допустим. И как же нам пройти-то тогда? Отсюда мы... блин, да что ж такое? Давайте сохранимся. Потому что здоровье потратили. Так, минус. Ну, кто еще? О, блин, так. Тут мы вроде ничего не можем сделать. Наседать стали враги.
это. Ладно, допустим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, твою мать! Ой, блин. Вашу мать, да что происходит-то? Уф. Я в последнюю секунду заметил эту страшную хрень летящую. Ой, ладно, хоть тут есть подзарядка. Здоровье. Ой, блин. Вот только вот подумаешь, что игра перестала пугать. И как ты завяжишь опять, как маленькая девочка. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты где? Еще есть? Фу, у меня опять голос дрожать начинает. Follow me. Кто сказал, следуй за мной? Так, пожалуй, я не пойду за тобой. По крайней мере, сейчас. Открыть ремонтный коридор. Блин, гад вон он. Подойдет ко мне, нет, интересно? Нужно убить его, потом еще успеть вон туда сходить, посмотреть. Он, скотина, ждет. Ну, давай попробуем, кто у нас более дальнобойный. Нравится? Шо? Так, берем дробовик и потихоньку. Какой ты жуткий, мать твою, за ногу. Ой-ой-ой-ой. Ладно, нормально, я подумал, будет хуже. Интересно, а какой код? Я не брал новых PDA? Вот, Уильям Бэнкс последний. Тут, может, где лежит. А, вот же. Так, почта. Состояние СВД. Уважаемый доктор Бергер, пока что подготовка СВД к следующей серии испытаний идет просто отлично. Рой Паттерсон сейчас составляет график, и мы сможем начать испытание сегодня после обеда. Если позволит время, можете зайти к нам в лабораторию около 2 часов дня. Думаю, это будет захватывающе. Билл Лэндоу. Уважаемый доктор Бергер, ремонтники закончили чистку коллектора СВД. Всю органику из зоны мы выскребли. По результатам глубинного сканирования, заявленной вами, сектор также призван чистым. Кроме того, мы заменили 4 форсунок и 5 лотков. Пожалуйста, зайдите в группу обслуживания. Нам нужна ваша подпись на бланках, понятно. Так, давайте чуть-чуть подальше отойдем, чтобы не так шумело. И послушаем аудиозапись. Аудиолог для Кайл Бергер, research supervisor for the EPD project. The elemental phase deconstructor is fully operational, and the research data we have gathered so far is very impressive. Все будет нормально работать, мы получаем интересные данные. Случайно, говорит, у нас тут был несчастный случай на прошлой неделе. And witnesses say he appeared to see something, almost like кто-то туда зашел, увидел что-то, как будто с ним кто-то разговаривал. It was not a pretty sight, as it took off the backside of his head. He lived a few minutes, although I'm not sure. Ему вынесло заднюю часть головы. Он еще прожил несколько секунд. He was trying to talk, although пытался говорить еще при этом. После того, как столько мозга потерял, это удивительно. Anyway, due to this, I have enacted new safety protocols in the lab. Я ввожу новые протоколы безопасности в лаборатории. Emergency medical supplies. Понятно. Ой, блин, короче, знаете, что я протупил? Я выключил эту запись, а уже в ней под конец начали говорить про код. Ладно, не будем по новой слушать. Черт бы с ним, как говорится. У нас, в принципе, пока все достаточно неплохо.
Так, ну что, погнали. Это что-то как-то... Ах, ты, блин. Помоги мне. Кому помочь? Как? Так, хорошо. Ой, как шумно тут. Ух ты, твою... Налево. Ты посмотри, какие огромные машины тут. Ладно, идем дальше. Ой, хватит так мигать, а. Ну что, спрыгиваем тогда? А, вот спуск есть. Ладно, пока вроде все спокойно. Хорошо. Живы, целые орлы. Давайте, твари, покажитесь. Я настроен кого-нибудь убить. Слабаки. Ой, блин. Ладно. Блин. Чё-то как-то неохота мне уже туда идти. Так, у меня не появилось больше патронов. Хоть чуть-чуть с этим я себя поспокойнее чувствую, оружие. Хотя, по сути, дробовик нормальный, да? Так, ну ладно. Ужина. Так, давайте подзарядим свой фонарик. Не хочу в темноту идти. А вот аптечка. Капец, я слепой. Фу, так, ладно, пойдем. Ладно, хоть фонарик быстро подзаряжает. Странно, что он так быстро разряжается, конечно. Лады. Блин, чуть не сгорел. Так, хорошо. Граната. На какой ты кнопке стоишь? На шестерке. Не очень удобно. Ну ладно, будем знать. Не самое хорошее место, надо отметить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не твою мать! Ой-ой-ой. Так, где кто? Ты-то откуда взялся тут? Да, дохнут уже, но... Ой, у меня просто истерика начинается от местных монстров. Смотри, сколько на себя берет. Уф, ладно, ладно, живой, все нормально. Больше не идет вроде. Так, ладно, хорошо. Музыка просто вымораживает, это невозможно абсолютно.
Это даже не музыка, это вот просто бам, бам. Ну как нахуй, твою мать. Какое... Опять мурашки, опять волосы дыбом стали. Да что ж такое? Каждый раз какая-то холодная волна поднимается по телу. Блин. Ладно, надо успокоиться. У нас есть шотган, и мы им вполне неплохо пользуемся. Так, вроде спокойно, да? Давайте присмотримся. Джек Смит. Так, новые правила безопасности. В свете увеличения уровня производственного травматизма в лабораториях Альфа, мы считаем необходимым ввести систему партнеров при проведении техобслуживания тяжелого оборудования. Мы полагаем, это позволит сократить количество случаев травматизма в вашем отделе. Если у вас имеются другие предложения по поводу обеспечения техники безопасности в лабораториях Альфа, сообщите мне. С уважением, Брайан Дженкинс. Понятно. Джек, начальство что, с ума посходило? Объясни мне, дураку, если я не прав, но мне кажется, единственное, что система партнеров может сделать для несчастных с несчастными случаями, это удвоить их количество. Как система партнеров могла остановить конденсатор Альбукерка и не дать ему поотрывать Джону Мосс руки и ноги? Может, его партнер услышал бы, как эта штука рычит? Она же вдруг включилась без электричества. И бросился бы на помощь. Может, как-то в следующий раз попадет под пламя, у его партнера вспыхнут волосы, чтобы тушить пришлось его. В следующий раз они во время техники безопасности заставят нас заполнять все бланки в двух экземплярах или прогнозировать временную нетрудоспособность на год вперед. Да. Понятно. Хорошо. Разгерметизация сектора. Gas leak stopped. Fire extinguished. Огонь потушен, газ остановлен. Так, сейчас мы идем обратно. И там, где у нас тлел труп, теперь все будет хорошо, я надеюсь. Ну да. О, еще более крутые звуки. Отлично. Половина атмосферы в игре создает именно вот эта вот гнетущая музыка. Она просто убивает. И когда что-то выпрыгивает, ты уже там готов обделаться от страха. Ой, твою мать. Отмахались. Вроде тихо. Хорошо. Там я был, нет? По-моему, не был. Нам, похоже, сюда, да? Да, судя по всему. А если мы спрыгнем сюда, то мы сможем взять вот эту броню, которая нам не сильно нужна. Ну, давайте полезем тогда. Ой, 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 ой. Да. Много это нам дало. Ладно. Зато было зрелищно. Фух, так, хорошо. Опять эта хрень. И это еще что такое? Вашу мать. Ну это просто капец. А-а-а.
Я застрял в стене. Почему я в этой игре постоянно застреваю в стене? В самый неподходящий момент. Так, ну ладно. Самое главное, что я живой, а не мертвый. Тварь, что ж ты наделал-то, а? Я не хочу. А вот туда мы попадем, похоже, отсюда, да? Здесь просто филиал ада какой-то. Мясной такой причем. Ладно, пойдем. Я не хочу идти дальше уже, все, ни в какую. Твою мать, это какой-то капец. Да выпрыгивай ты, ну. Алло, гараж, что такое, что не так? И почему-то в этой игре мне постоянно тянет ползать. Хотя тут это ни на что не влияет. Просто панический страх какой-то. Кто это говорит? Не надо? Ахаха. Что ты делаешь? Их снизу просто прошибли, видите, они тут оборонялись, и весь отряд полег. Это не круто. Так, можно сесть поудобнее, приготовиться. Я не хочу погибать. Сохраниться. Давай, выходи. Допустим. Там еще есть, по-моему. На базе специально, что ли, так много закутков темных, чтоб народ тут себя даже в обычное время, не во время нашествия всяких монстров, чувствовал себя неуютно. Сколько у вас тут? Так, мне понадобится это оружие. Где ты, тварь? А, вон ты. Хорош. Где? Так, ну туда определенно не стоит падать. Фу, сохранимся еще, что-то почаще сохраняться надо. Ладно. Да блин. Заканчивайте свои приколы. Ой. Да, блин, кто это делает?
капец. Я в этих бочках застреваю просто. Хорош. Кто еще желает отведать комиссарского тела? Давайте вылезайте по одному. Лучше по одному, лучше вообще не вылезайте. Ну ладно, пока идем, да? С проблемами, конечно. Али. А. А, Л. Я думал, Али какой-то. Что это вообще за установки? Куда я попал? Не совсем понятно. Твою мать. Что за скотство, а? Ну что за скотство? Где ты, тварь? Хорошо. Так, спокойно. Все нормально. Пожалуй, пора проваливать из этого негостеприимного места. Сердце бьется. Супер. Я слышу что-то ворчание. Супер. Твою мать. Ой. Ваша. Ой. Блин, я сижу на креске и двигаюсь из стороны в сторону, чтобы мне не попали. Пытаюсь уворачиваться. Еще? Кому еще? Так, там кто-то ходит за дверью. Но пройти, я так понимаю, не может. Ладно, нашим легче. Понятно, еще есть. Ой, как я ненавижу этих тварей. Да всех тварей тут я ненавижу. Так, ну ладно, давайте мы, наверное, пока место более-менее спокойно, завершим эту серию. Следующий продолжим, двинемся дальше. Мне нужно маленькое... отдохнуть, потому что что-то у меня уже, блин, грудь начинает болеть от всех этих переживаний. В этой игре, вот именно когда играешь в наушниках на большом экране, очень сильно в нее вживаешься. Это, не знаю, вот во многих играх такого нет, но здесь в полной мере. То есть поэтому... пугаюсь я от этой игры очень сильно, на удивление. По-моему, это очень круто. Так что, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в новых сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.